Крупнейший горнолыжный комплекс «Роза-Хутор» в этом году рассчитывает принять 950 тысяч туристов. В прошлом сезоне этот показатель составил 800 тысяч. В ожидании зимнего сезона увеличена пропускная способность курорта. Начнут работать три новые канатные дороги. Две из них – восьмиместные гондольные канатки, расположенные в цирке «Обер-Хутор», помогут разгрузить финишную зону курорта. На южном склоне откроется новая кресельная канатная дорога, что позволит значительно увеличить эту зону катания. Появится дополнительно около 17 километров новых горнолыжных трасс. В результате общая зона катания курорта превысит 94 километра. Запуск новых подъемников позволит существенно сократить очереди на них. Забронировать зимний отдых в Сочи желающие могут уже сейчас. Специальная акция стартовала еще в начале июля. Как заявляют представители «Роза-Хутор», загрузка на январские праздники уже превышает 60%.